Всем приветики, всех с трудовой и рабочей неделькой, чтобы у вас неделька прошла прям и снова выходные. Не поверите, у нас выпал снежок, конечно, немного, но все равно приятно. Возвращается к нам зима, люблю я так снежочек прям по сугробикам, прям метель, чтобы была, пройтись прям. Ах! А сегодня я вам расскажу анекдот от подписчика Ивана. Иван, спасибо тебе большое за анекдот. Поехали. У француза, немца и грузина спрашивают, что у вас висит ниже пояса? Немец говорит, у меня то, что мне доставляет удовольствие. Француз говорит, у меня ниже пояса то, что женщине доставляет удовольствие. Грузин говорит, у меня ниже пояса кинжал, а то, что у них висит, у меня стоит.